Праздник стартует в пятницу на Ермошкином озере. Он начнется с флешмоб-разминки в 2 часа дня. Активные куряне смогут помериться силами в легкоатлетическом кроссе, соревнованиях по волейболу и баскетболу. Зрителей ждет яркое шоу на воде. Мы впервые там покажем на Ермошкином озере соревнования по водному туризму. По парусному спорту туда мы привезем парусники, которые будут как бы вот на этой водной глади использованы для, скажем, красивого праздничного мероприятия. Самым насыщенным днем для курских физкультурников станет суббота. Главное событие праздника – соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Состязания пройдут на территории детского парка. В этом году победителей определят в 5 возрастных категориях. Для того, чтобы пройти мандатную комиссию, обязательно наличие либо паспорта, если ребенок уже получил паспорт, либо свидетельство о рождении. Обязательно наличие страховки, то есть кто не может ее, то есть будет возможность приобрести эту страховку на месте соревнований, перед соревнованием. Просьба всем участвующим все-таки до 10 утра 13 августа провести регистрацию. За стритбольными баталиями будут следить и знаменитые сестры Фролкины. Серебряные призеры Олимпиады по баскетболу 3x3 обратились к участникам соревнований. Наш совет – это никогда не выключаться из игры, потому что если ты выключишься из игры, тебе уже быстро забьют. Поэтому главное – это следить за игрой, немножко более концентрированно к ней относиться и, конечно же, хорошая физическая форма должна быть. А еще, я думаю, для детей это полезно, потому что ты, получается, коммуницируешь с игроками, это помогает тебе развиваться. Настоящая спортивная жара ожидается и на Буевке. Здесь состоятся соревнования по бегу, футболу, пляжному волейболу, мини-гольфу, шахматам. Для горожан запланированы полезные мастер-классы, яркие показательные выступления. К празднику присоединятся и районы области. В Щеграх пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе. В Косторном отметят 40-летие победы сборной района в Кубке Курской области по футболу. Также в Железногорске пройдет шахматный блиц-турнир. В Хомутовке эстафета спортивного долголетия. В Понырёвском районе соревнования по стрельбе и армрестлингу. В Слободском лагу Ульговского района любительские соревнования по мотоспорту. Еще одной праздничной площадкой станет торговый центр «Манеж». Там пройдет фестиваль уличной культуры «Битва черноземья». Станислав Костиков, Владислав Соболев. События дня.